Здравствуйте, с вами Светлана, и сегодня я хочу вам показать, что мне пришло как эксперту от Nivea. Nivea Men представляет инновационную линейку «Чистая линия». Пришла мне вот в таком пакете посылочка, плюс коробка, плюс вкладыш, естественно, здесь есть. И Nivea – это немецкое качество. Линейка средств «Чистая кожа» обеспечивает максимальный комфорт во время и после бритья, защищает кожу от микроповреждений, предотвращает появление раздражений и покраснений на коже, заметно сокращает прыщи и препятствует их дальнейшему появлению. Так что мужчины, обратите на это внимание, у кого проблемная кожа. При совместном использовании средств для бритья и лосьона после бритья кожа заметно улучшается. Для быстрого эффекта лосьон можно использовать ежедневно в качестве тоника. Для лица и шеи не обязательно во время бритья, но и можно на каждый день. Это очень удобно. Новая пена для бритья Nivea Men обеспечивает супергладкое скольжение бритвы и защищает кожу от порезов. Инновационная формула с цинком и салициловой кислотой успокаивает даже очень раздражительную кожу во время бритья и способствует устранению прыщей. Активный лосьон после бритья помогает успокоить кожу после бритья, избавиться от красноты и раздражения кожи, заметно сократить количество прыщей, у кого они есть, и обладает антибактериальным эффектом, моментально впитывается и не оставляет липкую пенку. Применяется очень просто на кожу лица и шеи после бритья, а также в дни свободные после бритья. Я своих мужчин постепенно стараюсь перевести именно на Nivea, на косметику уходовую Nivea, так как нет раздражений после нее. И очень хорошая линия, допустим, идет и пенки для бритья, и лосьоны для душа. Очень хорошие средства. Также шампуни. В Nivea есть и мужская линия, и женская линия. Я за Nivea. А ты?